Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки». И сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. Обязанности наши в том, чтобы не только с миром и верой говорить об истине евангельской, но и свидетельствовать о ней евангельской жизнью, говорил патриарх сербский Павел. Сам святейший жил по Евангелию и был духовным ориентиром для своих современников, равно как и для тех, кто пришел после него. И как жил патриарх, так и говорил – из его жизни, жизни по Евангелию, проистекали поучения и наставления, которыми он с родительской любовью всех напутствовал. Мудрые слова и советы его святейшества собраны в небольшом, но очень удобном издании под названием «Будем слушать Бога». Оно вышло в свет в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и заняло сегодня свое место на нашей книжной полке. Как отмечает в предисловии автор-составитель Йован Янич, благое слово патриарха Павла созвучно одному из самых тяжелых периодов в истории сербского народа – времени на рубеже II и III тысячелетий. Никто тогда не произносил слов более точных и более соответствующих обстоятельствам, чем патриарх Павел. Всегда и везде, при всяком удобном случае, говорил он по правде Бога истинного. И слова его не расходились с делом. «Вступая в качестве 44-го сербского патриарха на престол святого Саввы, сказал святейший владыка во время своей интронизации, «Мы не имеем никакой своей отдельной программы патриаршей деятельности. Программа наша есть Евангелие Христово, благая весть о Боге среди нас и Царствии Божьем внутри нас, насколько мы его верой и любовью приемлем». Этой программе патриарх Павел соответствовал всю свою жизнь, был ходячим Евангелием. И, глядя на него, многие прозревали. Да и сам жизненный путь патриарха автор-составитель называет «поучительной притчей». Ведь она показывает, как обычный человек достигает смирения, стяжает добродетелей и преодолевает трудности. Конкретный пример показывает нам, как слабый здоровьем мальчик из скромной крестьянской семьи, в 3 года оставшийся сиротой, борется в течение всей своей жизни и возрастает до положения одного из величайших людей своего времени. Мир, в котором родился и жил будущий патриарх, он принимал таким, каким тот был. Активно участвовал во всех событиях и смиренно переживал тяготы этого мира. Менялись границы государственных образований, менялись и общественно-политические отношения в них, что сказывалось на обстоятельствах жизни Павла Сербского. И вот ее основные вехи. Родился Гойко Стойчевич, будущий патриарх, в 1914 году, в день усекновения главы Иоанна Предтечи в Австро-Венгрии. Рос и учился в Королевской Югославии. Во время Второй мировой войны в числе беженцев оказался в монастыре Святой Троицы на Овчаре, где стал послушником. Как монах подвязался во времена, когда силы принуждали к безверию, а затем как епископ более 30 лет пекся о сербских святынях там, где это было труднее всего – в Косово и Метохии. Предстоятелем сербской церкви он стал во время распада государства, гражданских войн и внешней агрессии против сербского народа, когда все ценности были поставлены под прямой удар. А жизнь свою в этом мире патриарх Павел завершил в независимой Сербии, измученный бесчисленными невзгодами, но и духовно обновившийся и укрепившийся во многом благодаря ему. Как отмечает Йован Янич, всегда имея перед глазами лик Господа, следовал Павел примеру святых его, и особенно того, именем которого был назван – апостола Павла, неутомимого миссионера, величайшего проповедника христианства. Равнялся он, разумеется, и на тех, кто был ему ближе всего – святителей из рода сербского. Учился и у своих современников, у тех обычных богобоязненных,
заботливых и смиренных людей, среди которых рос и вместе с которыми жил. Напитавшись этими животворными соками святости, патриарх Павел сам стал источником духовной премудрости. Свой духовный опыт он соединил с опытом жизненным. Отсюда и практичность, простота его поучений и наставлений на самые разные случаи жизни. При подготовке данной книги автор-составитель перечитал все, что когда-либо говорил и писал патриарх Павел, и укрепился в той мысли, что нужно собрать вместе и еще раз опубликовать мудрые слова и советы его святейшества. Особенно потому, что слова и мысли эти представляют собой своеобразные духовные ориентиры. Они помогают нам устранить многие трудности, сомнения и неясности. Патриарх Павел по-родительски дает советы, относящиеся как ко всей жизни человеческой, так и к одной какой-нибудь отдельно взятой характерной ситуации. Каждого из нас он напутствует узнать смысл и цель своей жизни, чтобы понять, в чем состоит его долг, и тогда стремиться его исполнить. А цель и смысл жизни человеческой, по словам святейшего Владыки, составляет спасение души, вхождение в неприходящее блаженство Царствия Небесного. Одним из самых частых наставлений патриарха Павла было, чтобы каждый из нас сделал столько, сколько в его силах. А то, что мы люди, не можем, сделает всемогущий Бог. При этом не отступается архипастырь и от тех, кто не готов к подобному труду, и призывает их. Если мы не в состоянии сделать больше, тогда сделаем хотя бы то, что обязаны. Советуют нам действовать так, чтобы наше дело шло в трех направлениях – ввысь, вширь и вглубь. А именно во славу Богу, на пользу роду и себе во спасение. Не сомневался святейший в том, что всякое время – время спасения, ибо в сущности все зависит от нас самих. И в лучшие времена, говорил он, можем потерять и достоинство, и душу, и в худшее время, и в самых тяжелых обстоятельствах можем сохранить и достоинство, и душу. Свою паству патриарх Павел учил тому, что каждый должен начинать с себя, вести непрестанную борьбу с самим собой. Его рецепт преодоления собственных слабостей таков – одолевать один грех за другим и порок за пороком. В своих наставлениях преподает его святейшество и такую науку, как возрастать в добродетелях. Он призывает, чтобы каждый старался прежде построить мир в самом себе, а после созидать его и вокруг себя. Предостерегает людей, чтобы не возгордились, ибо именно гордость есть тот грех, который ангел обратит в дьявола. Также предостерегает, чтобы избегали мы суеты, а были бы возвышены в милосердии, возрастали бы в любви, в этой величайшей добродетели христианской. Напоминает при этом, что человек не может сразу достигнуть добродетели любви. Он должен возрастать, пока не дойдет до этой величайшей добродетели. А дела любви неприходящие. Они, по словам сербского первоиерарха, остаются и превосходят время, в которое мы призваны свидетельствовать каждый по своему призванию. Более того, из любви исходит новая, приумноженная любовь. Или, как часто подчеркивает патриарх Павел, на этом свете все, что разделяется, уменьшается. И только любовь, когда разделяется, все возрастает. Книга «Будем слушать Бога» создалась параллельно с книгой «Будем людьми. Жизнь и слово патриарха Павла». Поэтому она вполне логично может рассматриваться как продолжение первой. В настоящем издании собраны самые главные из поучений и наставлений патриарха Павла. Воспроизводится сама суть его мысли. Особенно это относится к тем словам, которые он обращал непосредственно к конкретным людям и потом часто повторял в разных ситуациях. Разумеется, не без причины, ибо это как раз те слова, которые и стоит запомнить. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч!